Все, Морис? Да, все, высадка. Ты на ферме там? Да, мы тут уже. М2 по кому-то, да? Там беттер или бардак? Бардак. Марк, Федя, корректировку дай из тренажки, где бардак? Я его не вижу, надо... Все, он горит. Минус бардак. Хорош. Муха, я только что стрелял. Ты попал что? Возможно. Какой бы минус со мной, который на юге или назад идет? На юге. На 230, который. Хорошо. Он загорелся, все? Да, конечно. Все, давайте продвигаемся дальше. Ватер снова вылетел. Садитесь за пулемет, хуярь то, что на за востоке стоит. А он не сядет. Чего не сядет, пересядет и все. Так там же бот за столбом сидит. Едет бот. Контакт. Да. Ялта? Нет. Блять, там же куча С в прошлый раз. Олег живой? Да, 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 я вот здесь. Рубрика шайтана со запада. Взял рацию. Грома. Поехал на Норд. В домике сидит. Что там в домике сидел или где спрятал? Не-не-не, в лесу был. Что там? Минус один. Грома. Да-да-да, в упор, 10 метров. В упоре был противник. Хожу к амбару. Где-то с поля. АГС. Вижу. Юго-запад где-то работало. Там наш бегает. Не-не, СУДшка там работала. Вот он опять. Ранил его, блин. Минус СВД. Ой, хорошо. Живой, сука. Все, добил кто-то его. Хорош. Два попадания, блин. По мне с тыла. 40. По мне стреляют, 40. Денис, тут свои будут работать. Свои работают. Еще, еще. Олег, ты не спеши с ДВшкой, дай пройти. На, собирай. Стрелял. Да он мертвый, что лет назад. Мне
сказать. Да нет, бегу сейчас, секунду. Калаш стреляет. По кому? С поля калаш запада. Где-то с калашом. А, так ты не здесь набавишься. Тимешка просто моя присутствие не тут. До третьего подходим и ожидаем. Я, короче, дал метку впереди нас. Минус пех с калашом. Хорошо, принял. В поле с семеркой был. Да, минус еще один впереди. Не переходим, четвертый этаж. Бля, да, посраться можно от такого. Я понял, почему не переходим. Хотел там в городе сидеть. Предал, залетает, охуеть. Это по кронам. Пока ждем, подготовка закончится, после этого начинаем штурм. У нас тыл противник. Он далеко от нас? Сейчас, секунду. Вначале это хуйни. Он дали мне такой час. Это тут. Тайфон от всех лейбель. Да, вижу, противник. 200 метров от нас, север, с ДВшкой. По полю идешь, что ли? По низинке, по нашей. Вот как мы шли, так же идет. Я его встречу. Я чуть-чуть тяну. Макс, ты можешь отдать эту квартиру с артиллерией? Я не вижу. Минус. К сожалению, далее у меня кончилось место на жестком диске. Их дальнейшие события я вам смогу показать только на реплее. Мы заняли позиции у рубежа 3 и ждали, пока пройдет артподготовка по городу. Осматривали тылы и отстреливали одиночных противников, которые хотели зайти к нам в спину. Чуть позже на горе я убил еще двоих, и после этого мы пошли в город, где я сменил СВД на калаш, и мы начали зачистку. Под звуки выстрелов и разрывы помс я шел от дома к дому, проверяя их. Пока не открылся для двухэтажного дома, из окна которого меня и убили.
присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Там вы найдете видео, которое скрыто на канале, анонсы, скриншоты и музыку. Ссылка в описании под видео.